время троекратного «Ура!» даже полицейские собаки держат голову смирно. Свой юбилей правоохранители празднуют парадом. Среди сотен мужчин в строю цокают каблуками и девушки. Прекрасный пол в этой сфере не стоит недооценивать. Жесткость, конечно, строгость, хотя это не всегда получается, конечно, но приходилось, построже разговаривать. В 1977 году вместо сегодняшних 4000 было всего 40 человек. Так начиналась история управления МВД по Казани. Объединяться районным отделом тогда пришлось из-за роста криминала на улицах. Гоняла тогда по ним преступников милиция с дубинками на копейках и газах. Десятки лет не прошли даром. На вооружении современная техника, камеры и оружие. А прогулки по казанским переулкам уже не пугают горожан. В честь праздника можно заглянуть и в святая святых салон ОМОНовского «Тигра». Отличное состояние машины говорит о том, что полицейские используют ее нечасто, а значит и общественный порядок в порядке. Есть у столичной полиции и свой вертолет. В 21 веке преступников ловят из воздуха. Правда, на место пилота не пускают, говорят, не положено. Казанский гарнизон полиции в любые, даже в самые сложные времена, когда по несколько месяцев задерживали зарплату, не было исправного служебного транспорта, элементарно не хватало бензина, с честью справлялся со всеми стоящими перед ним задачами. Мы по праву гордимся вами, потому что УВД Казани стоит в авангарде правоохранительной системы нашей республики. В авангарде столичные полицейские и в воздухе, и на земле. После таких выкрутасов пускаться в бег от них лучше не пытаться. Но даже в юбилей их взгляд настырен. Праздновать некогда. Ежедневно им поступает до 500 сообщений о преступлениях, а их задача – защитить от них жителей и гостей столицы. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.